Ну вот, добрый вечер. Это ежедневные эфиры от Павла Карманова из студии, из его. И вот сегодня мы не хотел вообще даже делать выпуск, но я подумал, что ну раз я обещал каждый день, значит каждый день. Вот. Значит, смотрим туда. Там у нас есть инструмент, называется Ambient 2, Минимализм 2. Видите, он написан Ambient, Минимализм 2. И мы нажимаем его. Настырная это табла какая-то. В общем, здесь множественные наборы. То барабаны, то еще чего. Вот это по-прежнему как выглядит. Давайте другой какой-то подгрузим звук из этого же набора. Вот барабанные лупы, видите, деревянных барабанов. Вот он здесь, Стив Рейх-то. Еще у нас есть здесь в Ambient 2. Так. Смешанные ритмические лупы. Классные. Ой, какой. А что, даже это неплохо звучит. Давайте-ка мы роялем поиграем. Положительно. Мы что-то еще. А еще я вам покажу. Смотрите, тут есть у меня сейчас прямо работает чудесная программка Vuse в Вузе, которую многие знают. Она качает с рутрекера торренты. Смотрите, вот она такая. Оп.
Прикольная очень. Сейчас кое-что уже накачалось до сегодня, которое... Вот. А кое-что нет. Но... Вот что-то уже что у нас, я вижу. Какой-то Адлер. Адлер Вайолин, то есть скрипка из Адлера. Так. Вот у нас на где? Здесь. То есть, по идее, все есть. Давайте попробуем скрипку из Адлера. Я все-таки уберу. Так, вот сюда мы ее подгрузим. Адлер Вайолин. Это волшебная, волшебная, чудесная программа «Контакт», которую многие любят. И она читает всякие сэмплы. Вот тут их много у меня. Больше, чем 5, наверное, или 6, наверное, терабайт. Адлер. Где Адлер? А.Д. Адам. ACDC. Смотрите, Адлера нет. Как это такое может быть? Секунду. Это где у нас? А, это видишь, WaveRunner Audio. Ну окей. WaveRunner, так WaveRunner. Смотрите, сколько их. Много-премного. Ужас, как много. И это все можно использовать в наших аранжировках. WaveRunner, где? WaveFactory, WaveRunner Audio. Это что такое? Какой-то Джонс гитар. Почему гитар? Ну ладно. Гитара так гитара. Покажу вам гитару. Вот она грузится. Уже так быстро заскочила. Вот она какая-то простенькая совсем. Так. Совсем простенькая. Это не очень интересно, честно говоря. Не самое прикольное, которое есть. Давай что-нибудь другое найдем. Так, что у нас тут? Альта... А, Гранд Рояль какой-то есть, смотрите. Ну, Альта Виста Гранд Пиано. Арт Виста. Так, значит, и что, и где его искать у нас? Артвиста. Артвиста. На А. Ар. Атом. Что-то и не видно. Артвиста. Не сошло же с ума. Артвиста Гранд Рояль. Пробуем. Следующий канал. О, надо что-то указывать. Ну, попробуем. Не всегда срабатывает, но бывает, что да. Да, сработало, смотрите-ка. Вот он. А, ну это вот последний мой рояль, да? Или если я правильно понимаю. Да, это он, Гранд. А на три. Так, а что еще у нас? Подгружается какой-то Intimate Vocals. Не надо. Давайте Sound Zero G. Intimate Vocals Zero G. В конце. Zero G. Terra Intimate Vocals. Сэмплы. Ресурсы, сэмплы. Здесь не вариант, что ли? Бред. Это сэмплы, это не то. А вот он. Intimate Vocals. Вот он загружается.
Что, один человек все смотрит, неинтересно никому, как композитор возится в звуках. Он загрузился, да? Так. Такая себе Intimate Vocals. Что-то я не хочу больше вот это играть на вот этом чудесном инструменте. Давайте просто рояль поиграем. Она что-то стучала.